Во Франции задержан бывший президент страны. Саркози был задержан по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании в 2007 году. Сейчас он находится в полицейском участке города Нантер и в ближайшее время будет допрошен. Уголовное дело о нелегальном финансировании кампании Саркози было возбуждено еще в 2012 году, но впоследствии приостановлено. В 2017 году дело возобновили, после чего суд предъявил экс-президенту предварительное обвинение. Как пишут местные СМИ, следствие заподозрило его в оказании давления на судебный процесс. Бывший глава государства задержан для дачи показаний впервые в современной истории Франции, отмечает пресса. По французским законам подозреваемые по уголовным делам могут быть задержаны на срок до 48 часов, после чего им либо должны предъявить обвинение, либо освободить. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал. Оставляйте комментарии, друзья.